Кое-кто разыскивал тебя в острой длани, защитница. Человек по имени Моралло. Кажется, он хотел обсудить нечто важное. Что ж, как смогу, загляну в острую длань. Смотри или уходи. Элой из племени Нора. Для нас честь принимать тебя. Так, кто летает на крыльях десятых. Не нужно церемонии, духовник. Хорошо. Но что привело тебя сюда? Просто проверяю, как острая длань. Смерть драки стала потерей. Но Яра сдержала слово. Вода распределяется по-честному. Я послежу, пока кто-нибудь не займет место драки. Похоже, все в надежных руках. А мне пора. Десятые донаправят тебя. Да, паршиво. А этот бой стоил посмотреть. Ага, а как мы весь мой брат. Хотим сделать новый отмен. Это мой поклонник? Ты предлагаешь мне какую-то награду? Не надо. Я победила не для этого. В той битве мы с моим другом Сосаком чуть не погибли. Мятежники окружили меня, и тут я увидел, что машина вот-вот нанесет ему удар. А потом упала твоя бомба, и он был спасен. Как и все мы. Осколками я тебе отплатить не могу, но предложу кое-что взамен. Перестань, не нужно. Честь – достойная награда для любого воина, но торговцы предпочтут зеленец. Я нашел его залеж в пещере, она в горе к юго-западу отсюда, на самом краю пустыни. Путь туда защищают машины, но ты можешь сбросить на них бомбу, как тогда в битве, и забрать весь зеленец себе. Можно попробовать. Хочешь, чтобы я поделилась с тобой? Нет, нет. Забирай все, что есть. Это лишь малая плата за спасение сосок. Но как бы я хотел увидеть, как ты промчишь по небу к той пещере. Залежь зеленца звучит заманчиво. Похоже, туда придется лететь. И пригодится бомба из гора, чтобы разобраться с машинами. Следующему полю руку. Что за изверг? У меня все без обмана. Я вижу, к чему ты планишь. Для того... Попомнишь припасы?
потерпела поражение. Заберу из него бомбу. Место, о котором говорил Морало. Эта бомба мне пригодится. Все это проще. Осталось добить машины и собрать зеленец. Thank you.
сработать. Идет в хранилище. В сумку. Возьму с собой. А вот и залежь. Надо только обойти эти стебли. Как-то все слишком просто.
все так просто. Ого, это будет нелегко. Тут машин не встретится. Теперь можно забрать зеленец. Thank you.
закроем этот цветок. Отлично. Возьму этот. Рассказать о нем было мило со стороны того солдата. Я награды не просила, но не откажусь. Планирует. Ты уничтожила заставу мятежников. Нет, ну, да, это не она. Не может быть. Вы с Морвондом и там играли? Мои твари действуют даже лучше пива. Подноса для бара. Можно будет носить по 20 кружек. Thank you.
Клянусь, кузница, это гениально! Позволь взглянуть. Ладно, но запомни, права мои. Как дела, молот тебе в жерло? Как-нибудь на днях. Я знаю, что вы с ним не очень, но ты, главное, ты... Я думала, не очень долго. Ты вообще слышал, как он со мной говорил? Ну да, грубо. Элой! Когда Стэму рассказал о штуках, способных менять освещение в руинах, я сомневался, что ты соберешь их. Но теперь мы можем менять здесь вид, когда пожелаем. Небо в огоньках, и осколки будут у меня в руках. А Стэмур считает слагателем себя. Лишь вершина того, что... Если мы видим только часть, насколько же высоко предтечи могли строить? Мне больше интересно, как им удалось взлетать все и засыпать песком. Надеюсь, они получили по заслугам. Ну что, у кого-то перспективы? Наверное, я останусь, а ты... Как остывшие угли, но тебя из-за этого не доверяю. Да от него толку, как от стеклянной наковальни. Эй, да ты! Говорят, мор. Нет, мы все знаем. Даже... Жаль, что наши погибшие спутники так и не увидели эти голограммы. Я не заткнусь, пока ты мне не расскажешь.